Док? Привет, Марти. Ты тихо вошел. Потрясающая штука. Это видео. Слушай, док, я тебе еще не все рассказал о той ночи, когда мы сняли пленку. Марти, никто не должен знать много о своем будущем. Док, ты не понимаешь. Понимаю, буду знать о будущем много, поставлю под угрозу собственное существование. Я відправляю послання сам до себе у майбутнє через рік. Привіт! Привіт, я Настя. Я передаю привіт собі на следующем буги-буги. Я не знаю, що ще сказати. В общем, буги – это офігенно. Всем привіт, мене зовут Ксюша, я приїхала з Ярославля. Вот. Все, что хотела сказать, забыла, все, конец. Себе скажу. Танцуй, развивайся. Вот. Выходи на новый уровень. Чтоб на следующий бугиспот приехал уже финалистом российских соревнований, мейн-класса. Вот. Если не приедешь, лох. Привет. Я Леся. Народ, я вам безумно завидую. Завидую всем, даже если это смотрит еще и я. Привет, будущее. Я надеюсь, ты все еще занимаешься буги-буги. И ты уже перешла в другую группу не начинающих. Привет, меня зовут Женя. Приехал на буги-спот. И в следующем году я думаю тоже буду. Обязательно. Привіт з файного міста Львова. Сподіваюсь, в наступному році ми тут теж будемо у Львові. Можливо, не у Львові, але немає різниці. Всім привіт. З вами самая-самая лучшая группа. Ми все будемо першою групою. Привіт, Елвіс. Привіт, Маша. Я точно могу сказать одно. Тебе явно не понравится твой голос на відео. Ну нічого, дотерпи і послушай його до кінця. Всем привет, меня зовут Настя. Привет, Настя, если Настя меня смотрит. Всем привет, меня зовут Аня. Если вы смотрите это видео, значит вы участники, вероятно, скорее всего, 11-го буги-спота. Значит, сейчас у нас проходит 10-й юбилейный лагерь, заключительная вечеринка. Аркаша сказал, что прекращай танцевать и иди говори на камеру, потому что я гоняюсь за тобой уже третий день. Вероятно, что часть из вас, вот еще год назад, то бишь вот нынешнюю секунду, не подозревают, что будет с вами вот через год, собственно, да, и не знают, как круто изменится ваша жизнь. Что у вас настанет множество бессонных ночей из-за вечеринок сумасшедших, у вас появится куча друзей, у вас появится много новых увлечений, и ваш досуг будет украшен, ой как, ребята. Так, и что хочется пожелать вновь прибывшим участникам, которые впервые приехали в наш лагерь? Хочется, чтобы вы меньше переживали, чтобы вы меньше стеснялись, особенно на вечеринках, чтобы вы приглашали старших ребят, танцевали с ними побольше, набирались опыта. Хочется, чтобы вы ходили на все занятия, на зарядки, на растяжки, особенно мальчики. Вот. А про клуб и про любовь к своим ученикам, к нашей команде, к преподавателям, в принципе, я могу говорить еще час. Вот. Я скажу кратко, что Элвис – это наш с Ваней, собственно, первый ребенок, а студия Элвис – это наш дом. Первый, второй и самый-самый любимый. И до встречи на вечеринках и на занятиях. Друзья, это послание для участников буги-спота, наверное, 2020, 2021, 2025 года. Я не знаю, какого, Аркаш? Какого года? 18-го. Далеко берешь, да? 18-го, да? То есть через год. Ну, следующий буги-спот, да. Ага. Значит, это на следующий год. О, так это интересно, это обозримое будущее. Я думаю,
что через год, ну, как минимум, половина участников, которые были в этот раз, приедут. Я на это очень надеюсь, потому что я люблю, когда мы не только танцуем, а дружим, и когда члены нашего клуба не уходят от нас, а остаются вместе с нами. Поэтому привет всем, кто сегодня с нами. Ну и посмотрим, что будет через год. Я думаю, что в тот момент, когда мы будем это смотреть, Поля уже будет разговаривать, она уже будет сидеть вместе с нами, а может быть и танцевать лучше многих. Возможно, у нас будут какие-то весомые результаты. Я думаю, что через год мы по-прежнему увидим наших друзей, это Сашу Сочнева, Ратмира, Ксюшу. Женю с Розой это вообще не обсуждается. Женю с Розой точно увидим. Они, наверное, сегодня, правильно же я говорю, мы же смотрим типа сегодня, станцуют не три номера, а пять номеров. И дадут еще какие-то прекрасные бонусы. Ну, самое главное, что, наверное, это будет так же тепло, так же драйвово, ну и я надеюсь, что более массово. Мы вас любим, ждем всегда и надеюсь, что этот бугиспот, ну этот, который 2018, который мы сейчас смотрим, будет далеко не последним, и что мы еще и в следующем, и в следующем, и в следующем году приедем и будем наслаждаться этим местом. Вот. Ну, я думаю, что уже достаточно. Привет, Бугиспот. Йоу, привет. Мы хотим вам пожелать... Все. Все, причем только самое лучшее. А главное... С удовольствием. Да, танцуйте с удовольствием. Ибо это и есть жизнь. Да. Шановні друзі. А, нет, это не та. Значит, друзья, я хотел в этом 2017 году на юбилейном бугиспоте пожелать всем будущим танцорам, которые приедут сюда, и тем, которые уже здесь есть и увидят эту запись. Это такое пожелание из прошлого. Посмотрите на себя теперешний. Я надеюсь, что вы все... Я надеюсь, что вы все очень... далеко продвинулись. Я желаю вам всем большого роста, удачи, успехов в танцах. Это мое пожелание вам. Я искренне верю, что у всех всегда все получится, если они будут к этому стремиться и прилагать усилия. Это то, чего я вам желаю. Усилий, терпения и любви к танцам. Моя любовь к Элвису и к Буги – это что-то вообще неописуемое. Это одни эмоции. Я никогда не думала, что просто увлечение может настолько изменить жизнь. И изменить ее, сделать настолько яркой, настолько прекрасной и дать столько замечательных людей, это реально очень круто. Я вас всех очень люблю, и новых уже, я уверена, что тоже очень сильно люблю. И надеюсь, что в следующем году у нас с Гришей будет уже не одна группа, а намного-намного больше. Послание. Это такая красивая, вот я вижу, сижу психолога и спрашиваю, может, что мне говорить психологу? Послание будущему поколению и самой себе. Что ты успеешь за это время? Вообще не знаю, Аркаш. Это сложный вопрос, если ты говоришь. Ну давай, да. Громко, четко. О, это я не умею, Аркаша. Значит, кричи. Здравствуйте. Давай, сейчас я. Раз, два. Погнали. Ребята, всем привет. Вот, я надеюсь, что я сейчас общаюсь с собой в моем 7-м бугиспоте, так как это сейчас мой 6-й проходит. Вот. Я надеюсь, что очень много людей, которые были здесь сейчас, в этом месте, также там сейчас присутствуют. Вот. И что вам всем будет что вспомнить, как мы в этом лагере сидели по ночам и играли в мафию, вот, как сонные, как, в принципе, как в любом другом бугиспоте, приходили к Ане по зарядку, страдали там, потом сидели на растяжке, но, однако, это так полезно и хорошо, что, я думаю, вот, это все, что здесь происходит, оно меняет
Подожди, сейчас. Хорошо, подожди. Ты уже нажал? Нет. Я просто думаю, как мне начать. Типа, здравствуй, Элвис. Здравствуй, Паша. Нет, я не буду к тебе обращаться. Да к Грише обращайся. Привет, Гриша. Гриша будет рад. Да. Через год. Через год, да. Если хочешь, мы можем выйти. Да нет, не надо. Хорошо. Взять тебя за ручку тогда. Да, под столом, пожалуйста. Возьми меня за ручку. Ну давай. Если что, ты сначала обрежешь. Я сначала обрежу. Хорошо. В крайнюю часть. Попробуем. 5, 6, 7. Погнали. Всем привет, меня зовут Паша. Я преподаватель школы Элвис. Просто подавляющее количество времени я провожу в зале, наблюдая за танцорами, занимаясь с танцорами, занимаясь сам. Это очень дорогого стоит. Это сам по себе зал, сами люди, которые там находятся, являются для меня семьей, домом, местом, куда можно вернуться. Это феноменальные вещи, это прекрасно. Что изменится за год, пока мы будем ждать, чтобы смонтировать это видео, я не знаю. Что будет, я не знаю. Как сложится танцевальная карьера моя, Фани, в принципе, клуба, я не знаю. Очень хотелось бы пожелать, чтобы все складывалось хорошо, чтобы мы занимали призовые места, чтобы мы попадали в финалы на соревнованиях, чтобы социальный танец во всем клубе прогрессировал, общий уровень клуба вырос, масштабы увеличились. Хочется, чтобы Элвис стал еще большим, чем он есть сейчас, чтобы он дарил то же самое ощущение дома, уюта, тепла, счастья многим людям. Пожалуй, это основное. Спасибо, ребят. Наверное, все. Всем привет. Меня зовут Дима. Это Даша. Да, мы хотели бы поговорить о бургерспоте. Обязательно приезжать. Здесь очень классно. Впечатления просто шикарные. Я вообще хочу пожелать будущим, настоящим, новичкам, продвинутым, много энергии и вдохновения. Энергия здесь очень нужна. Ну и, конечно, любовь к танцу. Да, без этого никак. Обязательно танцуйте, танцуйте всегда. Приезжайте обязательно. Да, и поэтому Дима как будто снимает какую-то передачу. Привет всем ребятам, кто приехал на 11-й бугиспот. Я Маша. Я надеюсь, что есть много людей, которые только начали заниматься танцами. Я уверена, что вы очень рады тому, что начали такое дело. Вот, хочется сказать, что клуб Элвис, вообще все остальные клубы, это такая прекрасная вещь, и танцы — это именно та деятельность, с которой можно очень быстро развиться. Например, у нас много преподавателей, это как раз бывшие ученики нашего клуба. Вот. С кем ты разговариваешь? А это Аркадий. Привет, ребят. Мы с ним танцуем. Пока что да. Я надеюсь, что в будущем мы также будем с ними танцевать и добьемся больших успехов. Ты хотел что-то сказать еще? Спасибо большое, что сбил. Да, на самом деле, ребят, такая интересная была инициатива записать видео для самих себя и для вас в будущем. Нужно много сказать об Элвисе, о клубе, в котором мы занимаемся. Да? Спасибо большое нашим преподавателям, в первую очередь. Ну и благодаря вам мы, в принципе, здесь, любим буги, танцуем буги. А также успешно начинающий Маша с Гришей, которые просто уже, не знаю, собрали такую группу Боже, большую. Спасибо, что ты напомнила Маша с Гришей. Ну да, юные преподаватели, я уверен, что в будущем вы смотрите, короче, и там они такие вообще классные преподы, да. У вас просто большая группа, вы все такие профессионалы. И, кстати, те, которые сейчас, нам кажется, новичками уже будут, ого-го. А? Да, да, да. И вообще, Аркадий, если ты меня вообще слышишь, да, ты еще жив, я надеюсь. Ты там вообще классный танцор. И вы с Машкой, типа, вообще, там, вообще выиграете. Всем начинающим танцорам большой-большой привет. Верьте в свои силы. И никогда не сдавайтесь. Я надеюсь, что вы полюбите этот танец так же, как и мы. И мы с вами еще увидимся. Я пошел. Пока! Вот для наших преподавателей, для Григория и Маша, знаете, вот от них все зависело, понравится мне это или нет. Вот я желаю им
так же глубоко философски относиться к танцу, как они относятся сейчас. Я желаю себе и им успехов вот в этом, и им успехов в том, чтобы они меня вытащили на какой-то уровень, который мне самому понравится. Спасибо. Он может тут стоять. Он может вообще стоять в каждом кадре. Вот так вот. Знаешь, вот, да, да. Как стоять? Привітаємо президента України до громадян. Знову? Так. Цей бугіспот був дуже веселим, але наступний буде краще. Давай, зараз можна писати вже. Так от, любі друзі, вітаємо вас з цим бугіспотом. Бажаємо вам ще 10 таких бугіспотів, які будуть. Можна б ще більше. 10 не предел. Товариші, скажіть ще що-небудь. Ялинка, ялинка новорічна, новорічна на бугіспоті повинна бути. Щоб бугіспот був ще й зимою. Так. Да. Весною, влітку, зимою і ще й осенью. Хай палають вогні юних талантів. Дякуємо за увагу. Спасибо смс-рассылке, которая привела меня на этот бугіспот и вообще в студию Elvis. А, так ты по спаму здесь, да? Да. И баночку соленых огурцов от нашего коллектива передамо ведущему. Спасибо. Аркадию за его спасибо. Недюжинные способности организатора. Главное за инициативу. Спасибо, спасибо. Да, все. Спасибо вам, ребята. Передаю привет тебе на следующем бугіспоті. Я надеюсь, что я не протупила и приехала. Потому что без танцев, ну это несерьезно, ребята. Какая жизнь без танцев? Не может такого быть, я считаю. Наши преподаватели, конкретно мои, это Гриша и Маша. Мы их первая группа. И надеемся, что вот к этому времени, когда вы все это смотрите, мы уже достигли достаточно, чтобы они могли говорить, да, мы учили этих людей, да. Гриша, Маша, привет! Привет, Элвис, 2018 года, меня зовут Роман. Я займаюся буквально 2 місяці, ось, але це дуже класна штука бугі-вугі. Ми зараз знаходимося в дуже класному місці, з дуже класними людьми, які заражені мега-позитивом, мега-емоціями. А зараз ми збираємося на вечірку. Хочу побажати вам класного, креативного, веселого бугі. Я думаю, що я, коли буду дивитися це відео через рік, я побачу, що ми будемо суперкласними, ми зможемо танцювати все, що захочемо, і буде все бугі-бугі! Привіт, мене звати Аня, я недавно зовсім займаюся. Вперше я прийшла, у мене тренерами були Ваня і Аня Малишенко. Я еще занималась у них, когда Аня была беременная, и они вот реально очень-очень крутые ребята, я за ними скучаю. А когда они танцуют в паре, они просто настолько шикарны. Сейчас мне преподают Маша и Гриша, они тоже очень хорошие преподаватели. Я думаю, эти люди дадут мне достаточно большую базу, чтобы в будущем я имела хороший уровень. А самое главное для начинающих – это не бояться ошибок. Мы все делаем ошибки, но на них мы учимся. И, ребят, приезжайте сюда на бугиспот, тут реально очень-очень круто. Компания веселая, море позитивной энергии, классные люди, классные танцы, вы научитесь новым вещам. Это реально очень круто. Приезжайте все сюда. Сюда! Слушай, кстати, он подвинется. Ты этого обязательно не будешь, да? У тебя же время. Маша, стул двигаться. Движение. Хотелось бы сказать большое-большое спасибо нашим дорогим преподавателям Паше и Даше. Ну, Паша типа. Это наш Паша, да, такой. И Даша тоже молодец. Вау, такой. Да, это наши преподаватели. Да, у нас есть еще Ваня такой тоже. И Ваня, Аня, да. Да и вообще, Таня, Ваня Даша. И Аня, Даша. И Даша. Так, и Даша, хватит. И Даша. Просто имена. В общем, всем спасибо. Нашим преподавателям, которые, Даша, собственно говоря, все равно наши преподаватели. А теперь я хочу поговорить с вами, ребята, из 2018 года. Хоть когда-нибудь я буду вами гордиться или нет?
А я уже горжусь качественного такого... Контента. Контента, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и трогайте свои бублики. И мы обещаем, что мы выиграем в Джек энд Джилле. Первое место получим. Камила обещает. Все вместе, все вчетвером. Это так тяжело. Скажу так я, что с клуба Элвис та с Катрунова Вані та Ані Малишенко почалася моя пристрасть до свінгу. Саме з буги. І саме займаючись буги, я вже вирішив, що я колись стану викладачем. На жаль, я викладаю, може, для буги не буги, а лінді-хоп. І саме цей буги-спот, а взагалі-то з тої пори, як я займаюся буги, я не жодного буги-споту не пропустив. І через рік я хочу, будучи тут знову на цій події, сам себе спитати, як ми розвинулись, клуб Елвіс та я. Дякую. Я дуже рада здесь бути. Это уже хорошее начало, по-моему. Я приехала отсюда относительно издалека. Сейчас я живу за границей и приехала сюда специально на этот фестиваль, потому что я очень люблю танцы. Ну, я очень люблю буги-вуги. Это очень круто. А самое крутейшее на этом, что у вас в Киеве есть вот такая огромная школа, что Одесса это тоже поддерживает и тоже во все это влилась. И это очень классно, потому что в Праге, допустим, танцевать не с кем, особо негде, и все очень плохо с этим, поэтому приходится куда-то ездить. Я очень рада, что я приехала сюда, мне здесь очень хорошо, мне комфортно, мне по-домашнему, мне очень уютно. И спасибо, что меня приняли. Приняли хорошо. Комары. Вот. Танцуйте, веселитесь, радуйтесь. Это прекрасное занятие. Оно продлевает жизнь. Это, наверное, все. Вы все знаете, как на танцы меняют нашу жизнь, и это замечательно. И чем больше мы танцуем, тем больше мы становимся позитивнее, меняемся в лучшую сторону. Я желаю вам всем развиваться. Значит, да, спасибо нашим преподавателям, которые преподают на буги-споте. Все круто, все замечательно. Вы все крутые, люблю вас. Хочу пожелать ведущим поколениям буги-вугеров расти над собой, заниматься этим видом спорта. Это очень красивый танец, ритмичный, энергичный. И я этим в восторге. Несмотря на то, что я долго занимаюсь линди-хопом, я для себя открыл буги-вуги, я очень доволен. Так что, ребята, всем расти над собой, быть выше, сильнее, быстрее. Особый привет преподавателям, большое им спасибо. Они реально открыли для меня этот мир буги-вуги. Женя с Розой в первую очередь не были первыми. Ваня с Аней, Паша с Дашей. Я до сих пор помню их приезд к нам на фестиваль в феврале. Это было просто-напросто открытие для меня. Так что всем нам расти над собой. Все, большое спасибо. Ладно, конечно. Из меня такой спикер. Да, отлично все было. Спасибо. Привет, Женя. Привет, Роза. Мы хотим вам пожелать всего самого того, что вы сами знаете. Да, детки. Ну, в общем, увидимся там, у вас. Можно, да? Да. Вот. Только с вечеринки, вот весь аж взмок. Вот. Желаю, чтобы так и дальше продолжалось. В следующем буги-споте тоже. Все танцевали, потели. Вот. Хочу пожелать буги-споту на следующий год большое количество народу. Вот. Чтоб он рос и дальше продолжал радовать нас своей атмосферой. Вот. Преподавателями и участниками. Отличная компания. Вот. Уже второй год здесь. И обязательно привезу из Ярославля в следующем году больше людей. Хочу передать привет всем, кто меня видит, кто приехал на 2018. Отрывайтесь по полной. И всем, не знаю, вдохновение. Вот.
творите, творите своим телом, творите музыкой, соединяйте это все, наслаждайтесь сами и дарите наслаждение другим. Все. Давай. Кто у нас несколько дублей, да? Камил. Камил. Марина. Привет, друзья. Привет. 18-й год. Бугиспот. Привет, Марина с Камилом. Чемпионы в Б-классе. Как-то слабо. Очень слабо. Я надеюсь, хотя бы там мейн-класс. Ну хорошо. Мировой уровень. Хорошо, мировой уровень. Топ-5 выйти в финал. Да, привет. Ну. Короче, очень-очень рада вас видеть на 11-м бугиспоте. Здорово, что все приехали и есть горящие глаза. Я уверена, что они там есть. Мы бы хотели также поблагодарить наших преподавателей. Я думаю, это уже сделали до нас 150 раз, но лишним не бывает. Поэтому мы хотим сказать в первую очередь спасибо Ане, Ване, Паше, Даше, Грише, Маше, Даше еще раз. Надеемся, еще у нас новые преподаватели появятся. Чем больше преподавателей, тем лучше. Мы будем рады, если когда-нибудь и мы станем преподавателями. Будем стремиться к этому. Надеюсь, даже если не в 18-м, то в 19-м, на следующем видеозаписи мы будем уже в роли преподавателя говорить. Ну, ладно, не об этом. Не бойтесь, не останавливайтесь, что-то не получается. Делайте, рано или поздно получится, и да прибудет с вами Баунс. Дорогие друзья, обращаюсь к вам и надеюсь, что к себе тоже. Это так здорово, что мы здесь можем собраться, встречаться, радоваться, танцевать в такой дружеской, теплой обстановке. И надеюсь, что еще не один год мы будем здесь собираться, в этом замечательном лагере, с новыми друзьями и не теряя старых. Это очень важно, чтобы мы с вами сохранили не только танец, не только технику, которая, надеюсь, у нас будет возрастать, но и дружеские, настоящие отношения. Не могу не сказать, к сожалению, о той ситуации, которая сложилась между нашими странами. Я сам из России, мне, конечно, стыдно за тот кошмар, который устроили наши правители. Но то, что мы с вами делаем, это настоящее. И это действительно сближает, я бы сказал, роднит наши люди. Это естественное отношение. Поэтому я хочу и надеюсь, чтобы из России было больше на следующих лагерях. И думаю, что так оно и случится. До новых встреч, друзья!